привет на канале Молот. Сегодня я нахожусь первый день в отпуске. Канал пока временно простаивает, но зато я вам готовлю материал на попозже. Вот, мы сегодня с Серегой. Серега, поздоровайся. Участники сообщества Молот решили пострелять из вепря и так называемого тигра, он же СВД, если военный, гражданский тигр. Вот на таком вот стрельбище. Так что посмотрим, что выйдет из этого. Погнали. Прапора. На третьем уровне. С Серегой мы познакомились в игре. Но как вы уже, наверное, поняли, Тарков — это не просто игра. И ее нельзя ограничить в рамки вашего монитора. Вепрь КМ. Сделано в России. По левой, по правой бьешь? Нет, пока нет. А, понял. А, вон, видел. Упал. Компу похуй. Только дырки. Вообще не дергается. Сквозь прошивается. Так, а тут вот нормал дыток. Мятинки. Я думаю, было бы больно. Так, давай этот модик поставим. Как так вепрь стреляет очереди, да? Вопросов не будет у ФСБшников, как ты очередь стреляешь? Скажи, это ёрыш, так это же элементарно, ёпта. Да? Да? Это твои слова? Сейчас проверим. Куда, говоришь, стрелять? Вот в это вот? На 50 метров? Ну вот, там вот 5 колес друг на дружке, видишь, лежат. И... Так это ж чё? Так это же элементарно, Серёга. Да, да. Прям быстро. Пару раз попал, молодец. Прям быстрее. Еще давай быстрее. Не, ну довольно кучно у тебя летели. Кучненько. Про тигр, он же СВД, только гражданский. Что, пробуй тогда? Да, молот в действии. Так, я бью по компьютеру. Сейчас, подожди, ну ты вряд ли, там надо же это, я же тебе не рассказал, куда целиться, какие поправки. Поэтому стреляй пока вот на 100 метров в оранжевого парня, чтобы понять, да, вот именно галочка как раз там примерно и попадешь. В голову или в тело? Попробуй куда хочешь. Мимо? Не знаю, смотри. Охуеть, попал. А он чего, пробился? Там... Отпечаток его не было. Спереди. Ну да, где белый отпечаток, это значит, ты туда не попал. Прям уже чуть выше полетел. То есть мне под этот, под срез компа, да, вниз. Все, что уже реализовано в игре, выполнено с точностью до мелочей. И все, что вы видите в этом видео, соответственно, тоже есть в игре. Кроме, конечно, тигра. Но я думаю, что это ненадолго. Разработчики постоянно добавляют в игру новое оружие и снарягу. Короче, прицельно не видно. Что Тарков слышал? Попал? Не знаю. Он стоит. Не, так он и не упадет. Мимо. Пам. Ну, близко. Yeah.
Все время чуть левее берешь. Стреляем мы ФМГ. А, не оба ФМГ, да? Я думаю, после такого выстрела будет не сладко. А вот сейчас, по-моему, попал, не? Попал, красава. Что скажешь разработчикам Таркова? Добавляйте поскорее СВД. Ты по чуваку стреляешь? Кстати, все мишени Серега делает сам. Прикольная мишень. То есть мы по ней попадаем, пули пролетают. А, ну да, дырочки-то маленькие есть, а она такая эластичная. Да, ты потом все закрашиваешь, и она получается все опять. И попадание лишь яркое. Вот это мой. В шею убил типа. Хотя, может быть, и не убил. Ебашки парика. Нормально. Цель поражена. Слушай, пора нам новый комп покупать. После отпуска в Тарков на этом, наверное, уже не получится поиграть. Называется бомбануло. Подгорело. Что, мы будем заканчивать? Сейчас кинем дым. Кстати, дым вот. Все есть, кроме СВДхи пока. Но ничего. Я думаю, до нее скоро тоже доберутся. Нормалды такой дымчик. Пошла жара. Такая вот получилась встреча, друзья. Один день с ЧВК Молот. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. Всем добра. На этом заканчиваю. Серега, спасибо. С вами был Серега Подпивкович, бойцы ЧВК Молот. Так что стреляйте, вступайте к нам в сообщество, в другие, играйте в Тарков. Всем до скорого!